ЧП в поселке Месяж. Ограблена воинская часть, похищен автомат и 60 патронов к нему. Один из часовых в результате налета был ранен и попал в больницу. Уже установлены причастные к совершению преступления. Это солдат-срочник и ранее судимый житель Чебаркуля. То, что военнослужащий служил в этой же части, это упростило задачу злоумышленников. Он знал, как можно подойти к часовому и, воспользовавшись темным временем суток, определенными обстоятельствами, они совершили нападение на пост, завладели оружием. Злоумышленники несколько раз ударили часового по голове, предположительно молотком. После нападения они вынесли из части автомат и патроны и в течение дня попытались их продать, но были задержаны. Следственным отделом Чебаркуля по статье «Хищение оружия» возбуждено уголовное дело. Пострадавший в результате налета сейчас в больнице. У него различные травмы, в том числе сотрясение мозга.